Это не то, это не надо. О, вот это подойдет. Денис, ты же помнишь, что сегодня твоя очередь мыть посуду? Мне сейчас некогда, я потом вымою. Как это позже? Мы же договаривались. И вообще, скоро за меня это будет делать... И кто за тебя это будет делать? Да не важно, кто. Кажется, у Дениса появились секреты. Так, смешать в равных пропорциях. Пойду все-таки гляну, что он там делает. Вызывать духа нужно в полночь в пустой комнате. Так, теперь понятно, кого ты хочешь заставить мыть посуду вместо себя. Проучу я тебя, маленький ленивец. Так, вроде у меня все готово. Вернусь сюда в полночь. Дух мой, Дадыра, приди. Дух мой, Дадыра, это ты? Да, это я. Я хочу, чтобы ты всю работу делал за меня. Я подчиняюсь только самым достойным, тем, которые пройдут мои испытания. А они не трудные? Да нет, не трудные. Слушай и запоминай. Завтра после урока ты должен помыть всю посуду, а потом попылесосить и вытереть пыль везде. Хорошо, я все сделаю. Договорились. Ух ты, Денис, ты моешь посуду? Интересно, а что с тобой случилось? Ты же говорил, что за тебя кто-то другой будет мыть посуду. Вот скоро кто-то и будет мыть. А пока помою я. Ну ладно, ладно, мой. Я тебя не буду отвлекать. Так, ну все, с тарелками закончил. Денис, ты еще и пылесосишь? Тебя не слышно! Еще раз скажи! Да не, ничего! Это я просто хотела сказать, что ты молодец! Пылесось, не отвлекайся! Да ладно, тогда не отвлекай! Да тут столько много пыли, я аж чихаю. Амчи! Ну раз чихаешь, то конечно да, нужно убирать. Не буду отвлекать. Убирай. Фух, кажется, закончил. Мой Дадыра, приди. Я здесь. Я все твои задания выполнил. Ты будешь мне подчиняться? Это еще не все. Ты должен заслужить полное доверие. Завтра сходи
сходи в магазин и купи все, что тебе скажет мама. Ну ладно, и это сделаю. А что ты варишь на обед? Супчик рыбный. Только вот хлеба не хватает. Может, ты сходишь? Ну, хорошо, я схожу. Какой ты сегодня добрый. И еще молока захвати, хорошо? Хорошо, куплю. Я только закончила супчик варить. Мой ручки, будем кушать. Хорошо. Дух мой, Дадыра, приди. Я здесь. Я снова все сделал. Но теперь ты будешь подчиняться? Не так быстро. Завтра ты должен отжаться 100 раз. 50 раз присесть и прочитать 25 страниц любой книжки. Что? Опять задание? Ну ладно, хоть отжимания и приседания. Но 25 страниц текста – это уже перебор. Я уже миллион твоих заданий выполнил. Надоело. Так я не пойму, ты хочешь, чтобы я тебе потом подчинялся или нет? Какой-то чих у него знакомый. Если ты не выполнишь мои задания, не буду тебе подчиняться. Ну, это теперь еще посмотрим. Я все сделаю. Ну тогда подари мне новую книжку, чтобы мне интересно было читать. Ну ладно, приходи через час, будет тебе книжка. Ну посмотрим, сейчас ты мне получишь. Вместо уроков я немного в Roblox поиграю.
ладно, поиграем. Ты сегодня такая добрая. Может, ты за меня сделаешь уроки? Уроки? Ладно, сегодня сделаю. А потом перед сном поиграем в часик в Уно. Ну ладно, договорились. На мой новый канал. Пока-пока!